Итак, всех приветствую на канале. Сегодня у нас такая давно забытая игрушка Match Masters. Продолжаем в нее гонять, на самом деле, просто не снимаю. В общем, новый ивент, новые карты появились. Мы их сейчас с вами запечатлеваем. Посмотрим вообще, как они работают, что они делают. Ну и, собственно, погоняем. Давайте сначала купим стикеров. Свисток выпал, каска и шлем. Ну, здесь все традиционно не попало в наши желания. Так, далее, значит, идем. Что делать? Наверное, идем вращать колесо. А, нету, да, бесплатного колеса? Нету. Тогда давайте долбанем. Сейчас получается. А вот, вот. Новый стикер, да? Сейчас кого-нибудь найдем и бахнем. Будет топово. О, 3200. Неплохо, неплохо. Ну давайте вспоминать, как тут и что делать. Троечки, да, сложил. Молодец. Подожди, а почему здесь по одному ходу-то? Немного я не понял, ну да ладно. Вроде по два было всегда. Давай вот так сделаем. Надо включиться, вообще понять процесс. Так, ну, смотрите, фиолетовые. Мой ход. Сейчас мы заряжаемся вот так. Есть. И надо не дать ему шляпу зарядить. Ага, тройки. Давай вот так сделаем. Сейчас на следующий ход заряжаем вот этого чувака фиолетового и попробуем. И попробуем, собственно. Главное, чтобы он звезды снизу. А, блин, зараза, сдвинул. Ну и ничего. Делаем вот так. Активируем этого хрена. О, блин, что это за траву? Выгоняет. Так. Как здесь лучше сделать? Наверное, вот так. 68 на 84, да? Ну, блин, ситуация-то не очень хорошая, на самом деле. Так. Желтые. Ты хрен, я вообще не знаю, как тут. Как тут гонять вообще? Финальный раунд, да? Кто тут очки дает, как они дают эти очки? Ток. Сейчас он переподключится.
читы введет. Ой, ввел читы. Ну и мы тоже видим. Так, ну что, готово? Да мне кажется, мы тут выиграли уже. Ну и того, что мы получаем? Каких-то призраков, рулетку мы получили. Да, два вращения. Сейчас попробуем. А тут вообще ничего не падает толково. Ну такой себе. Средненькая. Монеты в основном. Слушайте, ну нам до 3800-то немного осталось. То есть я думаю, что в следующих выпусках мы дойдем. Да. Ну, а на этом все получается. Всех благодарю и всем пока-пока.